тренировки на лавочке. Значит, ребят, завтра у нас в 11 сбор, по-моему, да? Давайте в 11:15 сбор. Поговорим, немножко передохнем, ребят. И у нас две игры, концовочка, да, перед брейком. Парни, очки нужны, поэтому, да? Сегодня опять спокойненько все, растягиваемся, готовимся к встрече. Мужики, победа! Все молодчики, мужики, хорошо работать, мать. Да? Да. Ну, ребят, еще раз победа на заминочку, молодчики. Эй! Микки Бро!